15 я могу. А я еще больше. А давай это проверим. Устроим целый конкурс. Конкурс шеф-поваров. Еще сделаем да, но для этого нам понадобится две команды мальчиков. Первая будет называться молоко, потому что будет делать блины на молоке. А вторая кефир, потому что будет делать блины на кефире. Итак, для этого конкурса нам нужны все силачи мальчишки. Выходите к нам скорее, мальчишки из толпы. Выходите к нам скорее и вставайте в две команды, дорогие друзья. Скорее, прямо за нашими помощниками. Ну-ка, помощники, поднимите ручки, пожалуйста, со сковородками и с блинами. Итак, мальчишки у нас выстраиваются в две команды. Желательно, чтобы в каждой команде было равное количество участников. Мальчишки, у нас есть еще вторая команда. Вот сюда прямо встаем. Раз, два. Давайте-ка посчитаем. Девчонки, а мы с вами с мальчиков в этой команде. Мы с вами будем наблюдать раз, за мальчишками два, и их поддерживать. Три. Делаем два шага назад. Раз, еще раз. Два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А в моей команде пять. А у нас шесть. Ну, будет нечестная битва. Но это не страшно. Итак, слушайте внимательно задание, мальчишки, смотрите. У вас есть сковородка с блинами. Ваша задача подойти к плите, перевернуть блин на сковородке один раз, обогнуть плиту, вернуться в команду. И передать сковородку следующему игроку. Ну что, готовы? А самому, кстати, конец команды. Ну что ж, друзья, задание вам понятно. Мы с вами берем, мальчишки, берем в руку сковородку, добегаем до конфорки, блин, переворачиваем и возвращаемся к себе. Задание понятно, мальчишки? Да! Девчонки готовы поддерживать парней? Да! Тогда раз, два, три, блины, беги! Скорей, скорей! Yeah.
Ну,